В своей очереди на стрижку Джерик еле дождался. Сегодня ему делают новую прическу. На работу у мастера ушло уже почти 6 часов. И вот, наконец, осталось только две полоски. Сейчас мы делаем прическу собачке, которая называется шиншилла. Это определенный вид стрижки. То есть наносятся на тело полоски. До Благовещенска мода на необычные стрижки собак дошла недавно. Поначалу грумеры, так называют парикмахеров и стилистов для домашних животных, преображали не больше 3 четвероногих клиентов в месяц. Сейчас их в разы больше. С йоркширским терьером Люси пришла группа поддержки. Собачка посещает модный салон раз в 1,5 месяца. Декоративный рисунок любимицы ее хозяева решили сделать впервые. У Люси появится цветок на спине. Мелкие рисунки в виде бабочек и цветов сейчас на пике собачьей моды. Их наносят с помощью трафарета специальными натуральными красками. Собачьи шерсти такие не повредят. Ну это для красоты уже как бы. То, что мы уже хотим, чтобы наша собака выглядела красиво, чтобы другие люди видели. Как это выглядит на собаке, чтобы делали так же и на своих собаках, пробовали. Грумер может сделать животное похожим, к примеру, на маленькую панду или тигра. Но смыть такой окрас быстро не получится. Он исчезнет только с очередной стрижкой. Грумирование стоит от 1 до 2 тысяч рублей в зависимости от сложности работы. Но декоративно постриженную и покрашенную собаку на выставку уже не возьмут, пока шерсть снова не отрастет. Потому что она же девочка, а девочки любят краситься. Люся, она у нас модная. Она, наверное, привыкла к этому, потому что собака должна привыкнуть к стрижке и краске. Если собака посещает регулярно наш салон и посещает процедуры, как спа, так и гигиенические, с целью добиться красоты, она ведет себя вполне адекватно. Мы даже просимся на руки и тому подобное. Нам надо поиграть и полоскать. Те, которые приходят, конечно, очень редко, с теми посложнее. Больших собак стилисты красить и стричь не берутся из-за большой сложности работы. Отказывают и дворняжкам, с ними трудно угадать результат. Так что пока в Благовещенске такие стрижки позволить себе могут только миниатюрные породистые модницы. Василина Садовенко, Александр Рассказов, Альфа-Новости.